Привет, любители пушистых малышей! Сегодня у нас праздничный хэллоуинский выпуск. Мы будем вырезать тыкву и делать для Бонди костюм привидения, а в конце вы увидите результат. Будем рисовать мордочку тыкве. Мы наметили большими мазками мордочку нашей тыкве. А теперь делегирую задачу нашему главному специалисту по тыквовырезанию. Я заказала Бонди костюм на Хэллоуин на Алиэкспрессе, и он не пришел. Вот выход, который я придумала. Это самая обычная детская белая простыня. Маркер и ножницы. Сейчас будет чудо. Бонд, тебе страшно? Классная тыква. Думаю, что она отлично украсит наш праздник. Но еще у нас получился очень странный костюм. Кажется, я сама буду его носить. Но Бонди тоже примерит. И вот такое недовольное привидение. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайтесь обязательно на наш канал. И мы с Бонди будем продолжать вас развлекать и давать полезную информацию. Всем пока-пока!